Мы начинаем наш поход в нехорошую квартиру со станции метро Маяковская. Трамвайчик для экскурсий. Новая услуга от Булгаковского музея. Собирает народ. О, заходит, сейчас уедет. А мы пошли в нехорошую квартиру. Пойдем, я просто прокомментирую эту выставку, там начало закончить рассказать. То есть это можно все изучать при желании достаточно долго. Здесь значит один герой, там другой. Можно увидеть прямо фотографии реальных соседей в городе. Правда, что с ним в 20-м году, да, начало 20-го года, как это снижил. Но это те самые персонажи, которые были. Да, вот здесь там до съемки. Вот, но они могли.
Он был близкий друг, был вхож и принимал участие во всех этих событиях. Умирал он страшно просто, невероятно тяжело. Умирают такие больные, тяжелейшие раком, ну, то есть вообще вылечить его было невозможно, и когда это не лечилось совсем. И при этом это было дико мучительно. То есть он с осени просто мучился дичайшими головными болями, потерял почти зрение. Дома зашторены были плотно окна, на улице мог выйти в костёрных печках очень мало, потому что получилось на его плохо. На самом деле, даже это не сказал через поводу, вот эти данные сбоку. Он был для него учителем, поэтому, чтобы выйти, на самом деле, у него были такие очки, которые, как на циклярне, закрывают полностью. Специально. Вот. Собственно говоря, вот так. Что еще важно было сказать? Секретарь сказала, подарен был на именины, и сохранилась такая легенда. То есть это как вещь такая, что называется, очень неординарная. Потому что когда она его покупала, ей вроде как рассказали, что за ним работал раньше некогда Николай Васильевич Гоголь. Для Булгакова Гоголь – это фигура номер один, он называет его своим учителем. Он в образе мастера, столько же мастер Булгаков, сколько и Гоголь, с птичьим носом, темноволосый мастер, который жжет свои рукописи в камине, да, как Николай Васильевич, второй том «Мёртвых душ». Вот, и там фототипия такая стоит, гоголевская, Булгаков принадлежащая. Такая выставка сейчас, поэтому колпак. А как-то вообще, конечно, ну, понятно, что без колпака все это существовало. Крышка эта могла закрыться и открыться. Рабочая поверхность, вот на вот этом стенде показывали, да, что есть черная конторка. А Гоголи рассказывали, что он любил стоя, а не сидя, так что, ну, возможно, действительно, вполне возможно, что это вот самый Гоголи кабинет, который у него, собственно, был в Москве. И потом вот попал в Гоголи. А еще есть другая история, связанная с могилой. Булгаков долго был без какого-то там памятника на надгробии. Вот. И Елена Сергеевна в какой-то момент просто зашла в мастерскую, продавляющую кладбище, и увидела такой, ну, камень такой, глыбу такой. Как бы очень не слишком такой оформленный, а прям вот какой-то такой громадный камень. Значит, и она спросила, что это такое, и сказали, что это надгробие с могилы Гоголя, которая держится на границе. И, значит, и она любила его и поставила на могиле Булгакова. И потом, собственно, она тоже там сама же оказалась, там, значит, Булгак и Елена Сергеевна. Вот. А у Булгакова, как бы, это немножко символично, потому что у него есть такие строки. Учитель, покрой меня своей чугунной шинелью, он писал своему другу Попову, и такая вот фраза, я уже не помню, там связана с каким-то сном или с каким-то впечатлением, но он как будто его укрывает действительно этим своей шинелью, под ничего, но тем не менее это твердокаменный. Ну вот, как бы так, на этом выведено. Слабовато. Слабовато? Тут черные картинки.
всегда сейчас разделом на собрании со соседями. Давайте сделаем ремонт в подъезде. Давайте, у меня есть хорошая идея. Ну вот и закончилась наша экскурсия в нехорошую квартиру. Что можно сказать? Квартира маленькая, коммунальная. Вы видели, на стенах там развешаны ключи бывших соседей Михаила Афанасьевича Булгакова. В общем-то, конечно, это центр города, но обстановка, видимо, была напряженной. Ладно, дорогие друзья, прощаюсь с вами. До новых встреч. Надеюсь, вам понравилась экскурсия.